И всем привет, друзья, с вами Жостик. Сегодня у нас ловля на перчике на Норвежском море. На прошлой серии по маготам вы набрали уже 200 лайков. На серии по тинифиш вы уже набрали тоже больше 200 лайков, за что вам огромное спасибо. Вы просто нереально рвете просто все рекорды. Я не знаю, ну... Как обычно, вы самые лучшие, тут без сомнений, я даже и не сомневался в этом. В общем, сегодня будем ловить на перчике на 55-й банке. Там вроде как разнорыбица хорошая и фарм неплохой. Там крабы могут попасться вроде бы, чертов вроде вытаскивали на перчике, поэтому решил съездить туда, чтобы, так сказать... Не было однообразия с этой 34-й банкой, и там менек, сайда и так далее, да? Попробуем на безымянной, точнее банке, а не на 55-й. Просто здесь глубина также 55-я, поэтому я и говорю, что 55-я. Так, безымянная банка. Ловить будем вот в этой части банки. Стараться поймать что-нибудь интересное. Вот. Ну, теперь, как всегда, по традиции, приезжаем на точку, включаемся и... Ловим нашу первую рыбу, от которой начинается наш отчет. Так, приехали с вами на точку. Будем ловить. Вот здесь, как я и говорил, в этой части банки. Наша оснасточка. Люркер 8. Поставил крючок огромный 6, в надежде, что мелкая сайда на падении не будет мучить меня. Вот такие вот перчики. Черно-красный, красно-белый и сине-белый. Красно-белый часто в рекордах попадается на той же камбале. Поэтому решил все-таки его поставить. Вот. Будем ловить здесь. Закидываем. Ловим нашу первую рыбу. Пока опускается приманка, также хотел бы поделиться с вами, что, так сказать, нужно отъехать по работе в командировочку на 2 месяца. В течение 2 месяцев видеоролики будут выходить один раз в неделю. Что я хочу вам сказать? Пожалуйста, по максимуму не дайте упасть активности на нашем канале. Так сказать, максимально лайкайте, по возможности делайте репосты моих видеороликов, которые будут выходить раз в неделю. Это поможет сохраниться активности канала, сильно, так сказать, не просесть, чтобы в будущем мы могли также удачно продолжать развиваться и пускать интересные видеоролики. Я знаю, вы меня поддержите, но также попрошу вас об этом. Также, учитывая то, что я уезжаю на 2 месяца, скорее всего, мы наберем 500 подписчиков, потому что уже 400. Вы невероятно быстро, так сказать, выполняете все цели, которые мы с вами загадываем. Будет завтра стрим. Завтра в пятницу в 12:00 по Москве. То есть, можно сказать, для вас сегодня, потому что эта серия выйдет в пятницу. Утром в 12:00 по МСК будет у нас стрим. Придумаем какой-нибудь турнирчик с тремя призовыми местами, с премами. Вот. Потуримся, пообщаемся часа 4 примерно. Так сказать, познакомимся поближе, узнаем друг друга. Может быть, что-нибудь новое мне подскажете, расскажете и так далее. То есть в прямом эфире с вами пообщаемся. Я думаю, это более удобно, чем в комментариях. Поэтому обязательно приходи, друг. Будет интересно, я уверен. Вот такие дела. Первая рыба у нас минек на 5-й перчик. 5-й перчик на черно-красный. Вот. Падение опять сайда, да? Вот так как-то. Да, конечно, я тоже не совсем рад тому, что придется так редко выпускать видеоролики, но работа есть работа, и YouTube пока мне не приносит абсолютно никакого дохода. И нам еще далеко до этого, чтобы YouTube мне что-то приносил. Поэтому как-то так. В общем, будем ловить. Также в промежутках времени буду показывать свой улов, либо же для поклевки что-то интересного. Сайду резать не буду. Наверное. Пусть она лежит в садке.
по итогу посмотрим, что уже там у нас по фарму. Все, будем рыбачить, друзья. Так, половили практически 20 минут, но пока такой себе, в основном сайда. Одна камбала, окунь один норвежский. Вот, пока так как-то. Но надеемся на ночь, что ночью что-то прям такое интересненькое клюнет. Пока как-то так, не особо ничего какого-то необычного фарма я здесь не вижу. Но 17 минут, 17 хвостов. Правда, там сайда до 3 килограмм, который я не режу сегодня. Вот. Но пока как-то так, не знаю, что из этого получится. Давай, вылазь. Сайда вообще никакая. Ее точно резать будем. Сайда, конечно, да, она все портит вообще. Вообще все портит. Я не знаю, чем, что так поменять, чтобы сайда не ловилась. Потому что, ну, она как сорняковая рыба. Она ловится абсолютно на все. Что бы я ни закидывал. Ну а так, в принципе, клев есть, получается. Клюет неплохо. Будем ловить дальше. Особо никаких безумных результатов пока не наблюдается. Ловим. Смотрите, какая классная мерлуза у меня клюнула, да? 6 килограмм. А трофей вроде от 9 килограмм. Слушайте, хороший результат, да? На люркер клюнула, даже не на перчик. Ну, блин, 6 килограмм. Она такая еще красивая рыба, мне прям очень нравится. Висючки такие у нее тут. Блин, ну прикольно. Вот и первый интересный экземпляр на данной баночке. Почти съехали, но еще нормально. Как-то так, что ловим дальше. Надеюсь, ночью будет еще что-то интересное. Дорогие друзья, 45 минут мы отловили. Прошу прощения, но у меня тут кошка рожает, поэтому я отвлекусь чуть-чуть от нашего с вами фарма, да? Так, все, друзья, я здесь. Роду принял успешно. Родился один котенок, беленький. Пол я еще не посмотрел. Но все хорошо. Жив, здоров, орел. Мощный, большой, крупный. Поздравьте меня. Боже мой, а что же у нас происходит на сериях? Так, сколько мы тут времени с вами? 4 минуты. На 4 минуты дольше будем рыбачить. Чтобы все было честно. Так, опускается наша приманочка. А, мы с баночки сошли. Ладно, здесь одну рыбку достанем. Ничего страшного. Ничего страшного, здесь одну рыбку достанем. Да, конечно, жесть. Ну, простите. Извините, что такими подробностями делюсь. Говорю, как есть. Так. Рыбка. Нам надо на банку возвращаться. Ага, есть поклевка. Какая-то мелочь. Кирчак. Супер вообще. Возвращаемся на банку. Все, будем ловить. Тогда в час 4 минуты закончим наш час рыбалки. Чтобы все было, так сказать, максимально честно, приблизительно. Вот. Там уже включимся. Ребята, срочное включение. Вылез еще один котенок. Ура! Теперь у нас еще два котята. Два котенка. Ужас какой, а? Что происходит? Возможно, его даже слышно, как он мяукает. Закончился счастливый час. Ясненько. Какой ужас, какой ужас. Целых два котенка. Кому нужны котята? Пишите в комментарии. Так, все, ребят, опускается приманка на дно. Достаем с вами крайнюю рыбу. Итого у нас будет примерно час 4 минуты, час 5 минут. Почему 4-5 минут? Если вы пропустили, промотали,
Обязательно перемотайте там. Интересная инфа. У меня родились котята. Ну, точнее, не у меня, а у моей кошки. Поэтому мне пришлось немного отвлечься. Поэтому сегодня рыбачим чуть подольше, чем час. Так, зачем я вызвал подводную лодку, не знаю. Так, садок рассмотрим уже на базе. Тогда поплыл я на базу и будем уже смотреть, что у нас по итогу вышло. Есть ли смысл вообще стоять на этой безымянной банке на перчике? Поэтому, пока я еду на базу, вы можете опуститься под видео, спуститься, опуститься, как правильнее будет, нажать лайк, нажать подписочка. Вам не сложно, мне приятно, а то у меня получается 2000 просмотров на видеоролике, да, по Тинефиш, по Маготу, из них 95% получается не подписаны. А, нет, 95% не подписанных у меня полностью со всех просмотров, со всего объема, что у нас есть на нашем канале. Поэтому все в ваших руках. Только вы можете повлиять на рост моего канала. Только с помощью вашего касания, либо нажатия на кнопку, я смогу вырасти. Вот. Поэтому заранее спасибо. Я уверен, что ты подпишешься и поможешь мне. Встретимся на базе. Так, подплываем к базе. Как всегда, в наших лучших традициях паркуемся. Так, оп. Идеально. Прекрасно. Так, за парковку лайк. Бежим к кафе. Надеемся, что у нас что-то будет по кафе. Кстати, вот такого огромного тунца кто-то поймал. Тунец голубой. Трофейный. 3 метра с лишним в длину. 326 килограмм. Счастливчик. Так, палок. Есть такое. Включаем наш калькулятор, чтобы все у нас было под отчет. 44 монеты. Менек. Нету такого. Кирчак. Нету такого. Сайда. Нету такого. Вот и все наши подсчеты, в принципе, да? Смотрим, что у нас по садку. Камбала морская. Хороший экземпляр за килограмм. Кирчак. Макрель. Тоже есть нормальные экземпляры. Минёк. Минёк — это бесполезная рыба. Хоть она, конечно, и стоит небольших монет, но не особо интересно. Мерлунг. Хороший экземпляр. Мерлуза. Тоже вот хороший экземпляр, кто пропустил, я показывал. На 6 килограмм мерлуза. Это прям, ну, здорово. Маленький окунь. Пару путасу, которые вообще ничего не стоят. И наша сайда. На сайде только 200 серебра мы накопили. Итого у нас вышло 594 монеты. Плюс 44 монеты с кафе, 638 монет. Ну, я вам скажу так. Не самый плохой результат, будем честны. То есть результат приемлемый. Какой-никакой фарм там есть для интереса, так сказать, ради интереса. Половить на перчики, попробовать какую-нибудь новую банку и так далее, то, ну, это весьма неплохой вариант, будем честны. То есть бывало и хуже. Учитывая то, что эта банка безымянная, то есть в одном месте одна глубина, в другом месте другая глубина. И, то есть, так сказать, спектр различных рыб, которые там могут подпойматься, ну, прям большой. Я понимаю, на 34-й там, грубо говоря, гигантская акула присесть может. Но вот, судя по постам, там и крабы ловятся, и морской черт ловится, и так далее. То есть там просто, возможно, не совсем повезло. Вот. Ну, что я могу сказать? Будем заканчивать это видеоролик. Видеоролик уходит у нас в пятницу. Не забывайте, в этот же день, в пятницу, в 12:00 по московскому времени, у нас будет стрим. Устроим какой-нибудь турнир на каком-нибудь из водоемов. Желательно, чтобы могли много кто поучаствовать, да, по уровню. Призовые места будут, место 3, может быть и 5, посмотрим.
как бы будет интересно, я уверен, поэтому обязательно приходи. Ой, извиняюсь, зевнул. У меня еще рано. Вот, поэтому, пожалуйста, приходи на видео. Ой, на видео, на трансляцию. Я буду тебя очень ждать. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк. С тобой был Жостик. До встречи.